Ame negra mas. И мы опять в энтропии. И меня тут немножко просили кое-что снять. В общем, так. Только я, кажется, немножко не туда прыгнул. А, нет, все нормально. В общем, меня немножко просили снять как бы такой вроде гайда, не гайда, что-то такое. О, смотрите, какой прикольный робот чистит улицы, да? Про поиски именно кладов я в описании скину специальную табличку про это немножко, и для начала вам покажу вот это. Я говорил, специально покажу Ямате. Это вот магазинчик под Некромаса. Вот посмотрите, какие тут всякие вот черепа, цепи, как все окрашено. Вот тут видите всякие надгробия. Посмотрите на стену, вон что там. Видите, как прикольно, да? Ну, внутри там тоже немножко есть этого, но в основном там всякие вот такие штучки, вот видите, крылья и тому похоже. Ой. Вот, еще, видите, прикольно, да? Но внутри похожие всякие вещи. Вот, заходим в сам магазин. Это, конечно, сейчас ночь, поэтому все так выглядит прикольно. Днем не так эффектно, но тут всякие вот. И тут вот, видите, как в обычных магазинах, всякие товары, только что тут вот всякие вот паучки, лепрекончики, дьявольчики, всякие вон эти самые тыквы, тут вот черепа всякие. Ну, в общем, поняли идею, да? Тут вон черепа всякие. В общем, посмотрели, да? А теперь отправимся немножко в другое место. То есть сейчас я попробую пояснить, что это такое за профессия вообще. Ну, у меня опять камера, да? Что это вообще за такая профессия поиски кладов? Так, ну вот это есть такой магазин, типа, здесь продаются как бы клады. В общем, кладоискатель — это обычный майнер, да? Только что он вот может искать вот в этом сегменте, да? Один заброс стоит 1.5 пьеды. Там, как я говорил, сброшу в описании табличку. Есть обычные ресурсы кладовые, то есть, ну, допустим, как вы помните, я бисмут продавал по 200 и больше там процентов. Вот таких ресурсов есть всего 15 в этой таблице. Но есть одно исключение, когда вы ищете кладов, вы, я только не знаю, как это происходит, потому что я никогда не находил такую вещь, но говорят, что это с башни прилетает или с очень большим хопом. То есть вы можете находить вот что-то похожее на это, типа вазы, части армора, оружие, но оружие только милишное. То есть, типа мечей там и похоже всякое. Ну, а теперь давайте попробуем сам этот магазинчик зайти, посмотреть, чего тут такое. Тут что-то можно делать. Ну, тут раньше были такие всякие, типа, квесты, что, мол, тебе там судьбу предскажут и тому подобное. Такие всякие шалости. Так, а чего тут так светло? А это что такое? А, ну это для Акаса эти ключи. Вот видите, голова пришельца. Ну это все для майнера, конечно же. Потому что, как и говорил,
поиске этого кладов, это майнерство. Ну и вот возможно вот вот это что-то похожее. И я говорю, я не находил, я не могу сказать про это. Queen Stiletto Boosts. Вот возможно это какие-то тоже. Части, как говорится, которые можно найти. Ну, про это как бы сказал, а сейчас мы отправимся самих кладов искать. Да? Сейчас я немножко вас отключу. Ну и как видите, я на своем любимом месте. И мы будем искать клады. Ну, у меня, как всегда, почему-то очень лагает иногда. Но потом проходит. Искать мы будем скалочкой F105. Копать будем копалкой. Сейчас покажу. Вот такой. Экстрактор 101. Если его не хватит случайно, у меня есть запаска вот такая. F104. Ой. Извиняюсь, не F104, F104, и он заправлен где-то на 12 пет, если что. Ну, сейчас отправляемся. И, как знаете, клады падают сюда. А теперь погнали, попробуем покопать. И заход у нас на 45 пет. Так. Сейчас, минутку. Отбежим сюда. Так, ну побежим немножко туда. Блин, нечаянно сбросил. Ай-яй-яй. Извиняюсь за некомпетентность. Нечаянно нажал на ту кнопку. Ладно, сейчас отбежим дальше, чтобы не было путаницы, да? И оттуда начнем искать. Уже. Бежим, сейчас вот добежим до точки, да, и бросаем. Забросик у нас. Пустой. Да? Мы уже бросали три педа. Это самый дорогой из майнов, потому что, говорю, один заброс стоит сколько, допустим, вместе на руду и на энергию искать. Но если быть честным, я вообще-то поэтому и хотел быть майнером в энтропии, что я хотел вот именно этим заниматься, то есть поиском кладов. Но я не смог начать на аркаде, как я хотел. Я оказался на Калипсо, там, как знаете, кладов искать нельзя. И поэтому я занялся другим майном. Но теперь у меня появилась возможность. И, возможно, я надолго этим займусь, засяду на это. Мне это очень интересно. Просто такая деятельность. Ну, я вообще люблю майнерство, но именно вот эти поиски кладов меня особо тянули всегда. И поэтому вот такие решения, может, кому-то странные, но мне это интересно.
Ну, пока что мы идем глухо, пустую. Но там один клайм может вам половину майна всего покрыть. Прилетит 10-й, там 13-й этот клайм и все. Или даже больше. Опять забросик. Ну вот, 5-й. 5-й клаймик прилетел. Это, конечно, слабовато, но... Ну что делать? Лучше, чем ничего, да? Если не перерабатывать, 106-104%. Может, 105, потому что так 108 когда-то было. Но сейчас, как видите, никто не покупает. Ну и вот так вот и ищите клады. Бегайте, майните, как обычно. Только что вам может прилететь исключительный лут. То есть, как говорил, часть армора, какие-то там вроде еще могут и картины прилететь, ну вот такие всякие вещи, типа старинное искусство, потом арморы, как говорил, вроде бы показалось, что фрукты или что, нет, показалось только, оружие, но я не могу ни показать, ни объяснить про это, потому что я нигде не видел это. Знаю, что такое есть. Ну, может, нам повезет когда-нибудь. Может, даже сегодня. Было бы круто, конечно. Но опять пусто. Это, видимо, у меня опять включилась моя вечная жорка. Пришел ко мне вечный жора. Очень голодный и злой. Ну, не первый раз и не последний, конечно. Сами знаете, это такая игрушка. Тут такое бывает, и не надо переживать из-за этого. Вообще тут надо играть, да, надо считать. Но в то же время надо слишком не напрягаться. Надо, как говорится, таким быть немножко пофигистом. Иначе то, если вы тут будете думать постоянно, ой, блин, да тут у меня минус, да как я сейчас это бью, да боже мой, да что делать, то у вас никогда и не будет этого плюса. Надо вот так спокойно к этому относиться и не париться. Ну, о, мы опять чего-то нашли. Так, где-то там. А, и кто еще не знает, может, не видели. Вот, видите, накладываю такой розовый документик, и сам клайм, вот, посмотрите. Видите, он розовый. Ну, это желе зеленое. Я его называю, или гнилые яйца, я не знаю, как его назвать. Он выглядит так интересно. Ну, тут какой-то странный, видите, маркап. Так примерно я так представляю, 113% когда-то было, сейчас видите, не очень-то его покупаю. Ну, если кому интересно, могу показать его. Видите, такой, не поймешь что, да? А тут мои любимые Марс. Знаете, такую шоколадку была такая, видите, черная. Еще бывают такие коричневые. Ну, они, конечно, по-другому называются. Сникерсы.
Так. Вытаскиваем скалочку, бежим дальше, да? Ну и как знаете, я сейчас такое как бы турне делаю, потому что меня как будто отпустили с цепи. Я почувствовал кайф полетов, когда сам летаешь, а не тебя кто-то везет там. Это совсем другое дело. И, как знаете, меня проспонсировал Владимир. Он подарил свой выигранный приз вклад мне. И другой приз подарил Серзло, то есть подарил Слепнир. Ну и вот так я сейчас и летаю. Летаю, конечно, по космосу на кладе, а по планетам на этом Слепнире, который мне подарил Серзло. И, кстати, Серзло это охренительный майнер 70-го левеля, так что вы сами думаете, что это такое 70-й левель майнер. Это умопомрачительная цифра. Забросит, опять пустой. Ну, видите. Это, конечно, немножко рискованное занятие с поисками кладов, потому что, ну, говорю, может ничего не прилететь, а может прилететь так, что одним-двумя клаймами вы все отобьете. Опять пустышка. И следующий мой пункт по планетам это я отправлюсь в это. Oh, shit. Так, нам надо туда. Я думаю, что я отправлюсь в Next Island. Там погоняю, посмотрю, что там творится. На Тулан я не знаю, полечу ли, на Драктропию точно нет. Потому что я был, мне там, ну, так может и прикольно, но если честно, мне там не понравилось. Единственное место, которое мне понравилось, это этот пивной риг, где большущий кран пива. И все, больше мне там ничего не понравилось. Уж извините меня за это. Но она на меня как-то... Ай, ну еще мне, хотя соврал немножко, мне понравилось еще это, где по фильму сделано The Thing. Вот там еще мне понравилось бегать. Когда я делал квест на халявку там. Но там что-то запорото, я не знаю почему. У меня это вот все сточилось, просто лежа в инвентаре. Вот, смотрите, куртка 0, да? Сапоги 0. Вот единственное, штаны почему-то не сточились. И, кстати, у меня еще и вертолет сточился очень быстро, я не знаю почему. Вон Ямато сколько на нем летает, все нормально. А у меня несколько раз полетал и все. И сдох этот вертолет. Вот. Вот, посмотрите. Дай. Ну, один пек у него. Так его на нем лететь нельзя. Он не выставляется, но он не летит. Так. Мы тут вроде бросали, да? Надеюсь, что да.
Вот такие у меня планы. В общем, какое-то время, может, тут поживу. Ну, а до 15-го я хочу слетать еще на Next Island. А потом уже буду свободен. Буду делать то, что я хочу, что мне нравится. И я сейчас как бы ничем, ну, как сказать, меня ничто не сдерживает нигде. Имею свой транспорт, с которым могу летать. И могу наслаждаться игрой, что я и делаю. Очень спасибо всем, кто меня поддерживает. Таких людей появляется все больше. И я очень благодарен за это. Потому что, сами понимаете, когда ты снимаешь и делаешь видео, и как бы нету ни отзывов, ничего. Ну, ты просто думаешь, что ты неудачник какой-то там, еще чего-то. Что никому это не интересно и тому подобное. Но оказывается, все-таки не так. Все, находятся зрители, которые смотрят, которые интересуются, и меня это очень радует. Возможно, кому-то что-то не нравится, я понимаю, я еще не такой, как говорится, блогер, как он там называется. Не имею столько опыта, я, конечно же, делаю ошибки и тому подобное. Но, по-моему, все это придет со временем. Все будет нормально. И, как не раз говорил, я не снимаю как бы такие обучающие видео. Некоторые снимаю, но такие, где уже там почти элементарно все, да. Я сам такой же, но вас, как и вы. Может, чуток продвинутый. Но я не считаю, что у меня такие знания и такой уровень, чтобы кого-то там учить. Я просто снимаю, как я играю, вот как и мат. А вы уже делаете свои выводы по моей игре. Вы же все видите, вы же не какие-то там обезьянки в зоопарке, которым надо пальцем показывать, чтобы они поняли, а? Ну, извините, конечно, за такое сравнение, но вы умные люди, взрослые, и можете сделать свои выводы. Что-то мне ничего не падает. Возможно, что-то крупное прилетит. Я надеюсь. Или у меня будет банкрот. Хотя не будет, я опять собираюсь открывать 10 коробок и еще, точнее, ну да, 10 крисмасов, и пока не решил, может, 5 простых. Забросик. И опять пусто. Бежим дальше. Оу. Это есть не очень хорошее место. Здесь ротаны живут, или как их там живут, вроде бы, если я правильно помню. Так, что мы нашли? Мы чего-то нашли. Опять 5-й клаймик. О, мы сникерсы нашли. Вот, видите? Вот так выглядят сникерсы.
Ну вот, как видите, мы за этой таблички нашли три разных предмета, да? Всего мы накопали 4 педа, 8 пед, ну почти 12 пед, да? А протратились намного больше. Так, сейчас надо подумать. Ой. Это то место или не то? Вот видите, тут какие-то руины, да, в воде. Сейчас обежим это озеро. Надеюсь, что я туда бегу. Забросим. Опять пустышка. Бежим дальше. Забросим. Опять бросаем и ждем результат. Да? Ну, опять пусто. Ну что поделаешь? Как и говорил, это что у нас такое? Это не камни, не? А не, это цветочек какой-то. Забросик. Опять пусто. Бежим дальше. Забросик. И опять пусто. Да, что-то нам. Праздника нету у нас. Да ладно, будет эти праздники. Да? Бросик. Опять пятый клаймик. И это у нас сникерсы. Будем жрать сникерсы, да? Бум-бум-бум. Thank you.
Бежим дальше. Забросил. Пусто. Хоть и очень долго думал. Ну и у нас осталось два заброса. Да. Грустненько у нас, грустненько. Ну. Дальше будем смотреть, как будет дальше, да? Ой, сорян, я увлекся, задумался о своем будущем. Ну вот, еще один забросик, да? Ну, опять пусто. Ну, остался один забросик у нас. Забрис. Пусто. Ну что ж, думаю, результаты видите сами. Вот. Так. Пристегиваем, да? То есть мы накопали на 16 пет. Минус 30 пет. Ну, 29. Вот такой у нас получился сегодня майник. Да? Что ж, спасибо, что смотрели, что были со мной. Спасибо за ваши подписки, за ваши лайки, дизлайки. Всем вам, как всегда, наилучшего здоровечка, наибольшей удачки. Увидимся в других видео. Пока-пока. До новых встреч.